Сотни радостных глаз больших и маленьких березняковцев. Любимый день в сквере Любимов. Это праздник, посвященный окончанию строительства микрорайона размером, пожалуй, с небольшой город. От имени главы города Березняки Казаченко Алексея Алексеевича поздравляю всех жителей Правобережья с завершением большой стройки. Пусть ваша жизнь здесь будет безопасной, комфортной и счастливой. С праздником, друзья! Современные новостройки, школа, детские сады, скверы, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс и близость к природе, которую так ценят городские жители. А самое главное, здесь нашли свой дом 12 тысяч новоселов. Мы здесь уже живем 5 лет, нам очень нравится. Новый микрорайон, новые соседи, великолепный день, все замечательно. Я пришла сегодня на праздник. А какое у тебя настроение сегодня? Нормальное. Я съела мороженое, а потом пойду куда-нибудь, куда мам попрошу. Нравится мой дом, потому что он очень яркий, сочный, очень, думаю, что перспективный и плодотворный, мы надеемся на это. Здесь все в шаговой доступности. Здесь просто то место, где любимое, где мы живем с нашей семьей. Внучка каждую неделю приезжает в гости. Нравится по площадкам детским ходить. В общем, интересно, конечно. Хороший у вас микрорайон? Хороший. А вот наш дом Братчикова 12, там вообще все нравится. Ну, мне нравится здесь жить, тут все новое, есть новые детские площадки, спортивные, где можно попинать мяч, покидать в кольцо баскетбольное. Тут есть скейт-парк, где можно на скейте покататься. Да и вообще очень хороший микрорайон. Отмечу, правобережная стройка ЖК «Любимов» – один из самых масштабных проектов Пермского края с 9-летней историей. И все эти годы компания «Уралкали» непрерывно поддерживала проект. Поздравить любимовцев приехал и депутат Калищик Алексей Сидоров. Долго ждали этого праздника, и сегодня он случился. Закончилась стройка, остались так небольшие моменты, но я думаю, что все в скором времени закончится. Ну и компания «Уралкали», они приняли непосредственное участие в строительстве микрорайона. Вот мы все заходим, видим больницу от компании «Уралкали», ну и в строительстве домов и развитии инфраструктуры, ФОКа. То есть здесь мы также принимаем участие и будем дальше принимать участие, потому что это наш город, наша частичка. Так что счастливое будущее нашему району, любимому, мы любим его. Праздник получился масштабным. Детские интерактивные площадки, выступления артистов, фотозоны и спортивные соревнования. А вечером любимовцы вместе с Юлией Лунеговой, участницей 9-го сезона телешоу «Голос» и группой «Чикен Ган», окунулись в ритмы любимых песен. Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.